По словам врачей и психологов, значительная часть переболевших коронавирусом испытывают так называемый постковидный синдром. Также многие не осознают возможную опасность тромба, готового начать свой фатальный путь к мозгу, сердцу или легочной артерии. Чтобы объяснить и предостеречь пациентов от серьезных последствий болезни, в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики Бурятии была создана онлайн-школа. Здесь очень важна консультация специалиста, специалиста-психолога, психотерапевта. И в онлайн-школе здоровья, в нашей школе здоровья, психологи Республиканского центра общественного здоровья, Республиканского наркологического диспансера, мы проводим занятия с переболевшими ковидом, потому что именно специалист поможет преодолеть эти препятствия, эти осложнения после ковида. Принять участие в занятиях онлайн-школы могут все желающие. Каждый раз специалисты дают консультации о том, как восстановить здоровье и пережить депрессию после ковида. Мы не ограничиваемся выступлениями только наших специалистов, да, а мы приглашаем, ищем интересные темы, касающиеся именно реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, и приглашаем всех специалистов Министерства здравоохранения, да, имеющих отношение к тем или иным вот, как бы заболеваниям. В том числе, помимо, значит, специалистов-врачей, есть инструкторы ЛФК, лечебной физкультуры, есть педагоги-психологи, есть психологи, которые приглашаются нами. Онлайн-занятия проходят каждую среду на платформе Zoom Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Бурятии. Андрей Слепнев, Алексей Ромашов. Новости дня.